Административная комиссия Десногорска продолжает прививать горожанам правила хорошего тона. Как обычно, это относится, например, к неправильной парковке. При этом отсутствие свободных парковочных мест во дворах или плохая их видимость из-за снега обычно не являются аргументом в пользу нарушителя. Статья 17.5 не выполняет требований, установленных правилами благоустройства на территории города, влечет наложение административного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей. Предупреждения по этой статье нету. За неправильную парковку штрафы получили 4 автовладельца. Комиссией было решено назначить каждому минимальную сумму в 4 тысячи рублей. Больше повезло нарушителю тишины в ночное время. По такому проступку был всего один протокол. И на будущее, если вы будете где-то шуметь, как-то себя проявлять, то, соответственно, будем чаще видеться. И не будет. Надеемся на это. Я предлагаю вынести предупреждение. Нарушитель признал, что мешал покою соседей в позднее время, но это было в Новый год. Мужчина пообещал, что такого больше не повторится. Комиссии было решено ограничиться предупреждением.